Наше служіння, наш семінар буде продовжуватися вже такою звичною для нас практичною частиною, в якій ми спілкуємося з різними людьми. І так як цей місяць у нас, місяць жовтень, він був оголошений місяцем благословіння, я вірю, що всі ми хочемо бути благословеними. Давайте проголосуємо, до речі, хто хоче бути благословеним? Можна побачити руки? Рішення прийнято одноголосно. Тому я вірю, що це наше спільне бажання. Ми хочемо, звичайно, ми хочемо усі бути на небі, бо це місце найбільшого благословення. Амінь. Але ми хочемо, щоб і по дорозі до неба в нас все було добре, правда чи ні? Щоб на цій землі Бог нас благословив в різних сферах нашого життя, і, зокрема, в сфері матеріальної. Я теж хочу запросити на цю сцену для спілкування якраз про різні сфери, про різні напрямки кількох служителів. Це наш пастор Валерій Набока, він пастор помісної церкви у Фастові. Давайте ми його привітаємо. Валера, проходь, будь ласка. Також наших двох пасторів районів Звишнівської церкви – це пастор Олег Ющенко і пастор Рая Безрук. Давайте їх також привітаємо. Проходьте, будь ласка, вам зараз дадуть мікрофони. І, до речі, поки служителі наші проходять, хочу сказати, що сьогодні у брата Валерія день народження. От уявіть собі, в свій день народження. Прямо на лідерському семінарі він тут, і сьогодні в нього 7 раз по 7. Да, Валера, нічого я не переплутав. Починається юбілейний рік. 7 раз по 7, хай Бог благословить. Давайте ми тричі скажемо: благословляємо, благословляємо, благословляємо. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми з вами почнемо спілкування, і у нас будуть 3 напрямки, 3 таких теми. З братом Валерієм ми поговоримо про будівництво храму, оскільки їхня церква в Фастові має в цьому успіх. З Олегом ми поговоримо про те, як стартувати свою справу з нуля, оскільки він вимушено в зв'язку з подіями на Донбасі змінив місце проживання, переїхав сюди і фактично мусив все стартувати з нуля. Ну, а сестра просто поділиться власним досвідом, як Бог взагалі її благословляє в дуже непростих обставинах життя, залишатися життєрадісною, залишатися благословеною, і в тому числі в матеріальній сфері. Так, про всяк випадок, добре. Тоді почнемо з брата Валерія, ми поговоримо про будівництво храму, і я спеціально попросив, щоб нам було зрозуміліше, на якому етапі зараз ваша церква знаходиться. Валера, можна в півоберта туди повернутися, і нам будуть зараз показувати фотографії, а ми спробуємо, скажімо, їх прокоментувати. Якщо можна, покажіть нам, будь ласка, з чого все починалося. А ти розказуй нам, що це показує зараз на фото, що це у вас в Фастові тут робиться. Да, от такий участок ми купили, от такий участок пристав перед нашими глазами, коли ми впервые приїхали на це місце, і от так це все починалося. Ну, давайте тоді далі, ми так оперативненько перемикаємося. Це вже дерева вирубали, да? Да, оказалось, що там є хижина дяді Тома, після того, як ми вирубили всі дерев'я. Давайте рухаємося далі. І отакий будиночок, да. Далі пішов процес демонтажа, все це треба було розрушити, вивезти. Поїхали, переключайте так динамічненько. Да. І от з такого от участка ми вже починали будівництво храму. Угу. Це фундамент, вот, так? Да, а это мы, это строительство фундамента, поскольку у нас участок немножко под наклоном, то у нас получился небольшой такой цоколь, и вы как раз наблюдаете за этим моментом. Дальше с блоков ФБС мы устроили фундамент, построили фундамент, начали делать. Ну и давайте покажите там, что у нас происходит далее. Можно листать одну за одной. Да, это мы ложим панели перекрытия, а потом приехал газоблок, весь объем, и начался процесс строительства уже непосредственно стен. А вот это вот момент, когда мы заливали армопояс, который укрепляет наше здание, не дает ему разрушиться. Это монтаж плит балкона. У нас большой балкон, и вот это уже как бы мы видим коробку, да, которая получилась, вот такая вот здание. На сегодняшний день смонтирована уже вся деревянная часть нашей крыши, натянута пленка, и вот завтра, послезавтра мы ожидаем металлочерепицу для того, чтобы завершить строительство крыши. Вот так это сейчас все выглядит. Слава Господу! Давайте мы Бога прославимо оплесками. Валера, як давно ви почали будівництво? Скільки цей процес триває вже? Значить, на сьогоднішній день це зайняло 1,5 роки. Тобто, от з нуля, от з моменту демонтажа і, скажімо, до завершення криші пройшло 1,5 роки.
За полтора года ми це зробили. Як ви, як церква, прийшли до такого рішення? Є багато церков, які задоволені тим, що мають можливість орендувати, і храм для них – це щось таке велике і недосяжне. От що вас підштовхнуло до цього? Ну, прийшло откровення. Із-за кафедри наш старший епископ сказав, время строїть. И где-то внутри это отозвалось, и я понял, либо мы потеряем лет 7, когда снова придет время строить, либо мы начнем строить в этот момент. Вот. И аренда – это хорошо, да? Аренда на каком-то этапе – это очень хорошо, как для евреев это был Египет во времена Иосифа. Но прошло время, и то, что было хорошим, оно стало домом рабства. И, собственно говоря, так и происходит. Мы снимаем аренду. И в какой-то момент приходит какой-то фараончик, который начинает рассказывать, когда нам собираться, сколько нам собираться, сколько за это платить. И поэтому я искренне верю, что для каждой поместной церкви Божья воля выйти из своего Египта аренды и войти в свою землю обетованную, в свой дом молитв. Ти сказав фараону, let my people go, да? Yes, yes. Окей. Okay. Валір, дивись, ну, я знаю, що на сьогоднішній день скільки церква ваша нараховує? Ну, чи на момент будівництва, можливо, навіть коректніше буде сказати? На початок. На початок, так. Ми починали більше 100 чоловік, 115 чоловік у нас було. Ви вже в два потоки збирались, да, орендованому? Так, да, ми збирались в два потоки, тому що розуміли, що для того, щоб церква росла, потрібні місця, і ми перейшли на два потоки. Зал, наскільки ви будуєте? Ось цей зал, який ми бачили, наскільки він розрахований? Ну, є принципи, які Бог дав нашому об'єднанню, є принципи, які Бог дав через старшого єпископа. І цих принципів треба придержуватися. Це коефіцієнт 2,5-3. Ми вибрали коефіцієнт 3, ми строїмо зал приблизно на 400-450 місць. Любым служителям необходимо, Божье Слово говорит, здравомыслие. Да? Здравомыслие для чего? Если нет здравомыслия, нет и чудес, нет той меры. Что такое чудо? Это что-то сверхъестественное, выходящее за пределы. Если у человека нет здравого смысла, для него и чудес не существует. Поэтому всегда надо придерживаться именно тех откровений, того здравомыслия, которое Бог дарует нашему объединению. Ну, здравомислі, ті, хто без здравомислі, вони суном чудять. От, ну, для здравомислящих вони чудять, да, для себе ні. А від Бога чудес дійсно складно добутися. Скажи, будь ласка, таке просте питання. Ну, але питання по-англійськи ми вже поговорили, давай українське питання, таке суто українське. Спробую відповісти на Соловіні. Да. Скажи, будь ласка, ну, от, я так ставлячи себе на місце пастора, який дивиться на проект будівництва і, очевидно, боїться, чи вистачить грошей. Задам просте українське питання. У вас що, забагато, що ви вирішили строїтися? Грошей? Чи як? От як ти відважився на цей момент? Ви збирали? Ви якимось чином вірите просто, що Господь забезпечить? Може, у вас багато їх є? Ну. Питання складне, тому буду відповідати російською. Опять же, вопрос принципов, которые мы имеем. Да, есть откровение для нашего объединения. Я не знаю ни одной поместной церкви, вообще не знаю ни одной церкви, которая бы строила храм и имела на это полный чемодан денег. Да? То есть все, кто строит храм, они, ну, это вопрос по вере. То есть ты начинаешь, и ты просто доверяешь Господу, Господь обеспечивает свои проекты, и есть откровение «двойная десятина». И вот на сегодняшний день, уже два года в нашей поместной церкви двойная десятина. И Бог, то есть принцип простой, начинай жертвовать сам и вдохнови на это церковь. И вот через этот принцип Бог обеспечивает финансово строительство храма, ну, у нас. Вот такие вот как бы чудеса происходят, поэтому Это шаг в неизвестность, это всегда шаг доверия к Господу. Ну и коли ми говоримо про чудеса, були от якісь такі випадки, про які ти от конкретно міг би розказати, от як свідоцтво, що от дійсно Бог явив свою славу. Ну, тому що я розумію, що будівництво – це, правда, час чудес, напевно, там от вже гроші закінчуються, і тут раз хтось посіяв чи благословив. От як це взагалі це працює? Да, амінь.
Ну, чудес много, поэтому парочкой буквально поделюсь для того, чтобы семинар не затягивать. Вот. Первое такое чудо, знаете, для меня такое огромное чудо, это такая существенная помощь Центральной Церкви. Почему в моих глазах это выглядит чудом, да? На фоне того масштабного строительства, которое сейчас происходит, на фоне тех, скажем, колоссальных финансовых затрат, которые несет Центральная Церковь, и на фоне плюс ко всему этому коронавирус, да, или там карантин, который, скажем, остановил определенные процессы, да, на фоне всего этого я даже не задумывался в эту сторону. То есть я как бы, у меня даже в эту сторону никаких не было мыслей и так далее и тому подобное. И поэтому, когда мне сообщили о том, что Центральная Церковь благословляет поместную церковь в городе Фастове на строительство, для меня это было огромное чудо. Это такое первое огромное чудо, которое произошло. Это достаточно существенная такая помощь, серьезная в строительстве. И второе чудо, которое произошло, это... Ну так, немножко предыстории. То есть мы начали строить, опять же, по принципу 1:3, и нам необходимо было строить на 400-450 мест зал. Для этого необходимо ограничения, которые позволяли строить в индивидуальном строительстве, они ограничивали 300 квадратными метрами. И поэтому мы начали, а для того, чтобы и уже нам на, скажем, на классы, на малый зал, на кафетерий, на офисы, нам не хватало места. У нас был просто зал для центральных служений. И мы молились, мы строили и предполагали себе, что рядом с храмом, рядом с домом молитвы мы построим себе какой-то а-ля гараж, в котором, возможно, будет какой-то кафетерий, классы и так далее. Какие-то дополнительные помещения. И это примерно где-то $30,000 дополнительно к тем расходам, которые есть сегодня. И вот мы молились, постились за строительство, и произошло чудо. Произошло чудо. В определенный момент я узнаю, что нормы законодательства изменились, и сейчас можно строить в индивидуальном строительстве здание до 500 квадратных метров. То есть и мы в цоколе у себя, мы спокойно размещаем все, что нам не доставало. Классы, малый зальчик, кафетерий, офисы и все необходимое, и туалеты. Поэтому Бог даже изменил нормы законодательства. И мы верим, что это ради Фастова. Правда? Ради Фастова. Віримо і сповідуємо. Братя, сестра, давайте прославимо Господа. Валера, дякую за щирість, за відкритість. І хай Бог благословить. Він і Альфа, і Омега. Початок і завершення. Хай Господь благословить. Ми всіма служителями тобі цього бажаємо і вашій церкві. Олег, переходимо до тебе, бо дійсно час дуже швидко летить. Прийшла війна на Донбас, прийшли непрості обставини. Ви переїхали сюди з нуля все починати. От якщо можна, от розкажи взагалі, з чого стартувати, як починати з нуля в таких непростих обставинах. До речі, звідки ви там, де ви проживали на східній Україні? Добрий вечір всім. Красногорівка, Мар'їнського району. Ну, це якраз от зараз зона сіра бойових дій, да, якраз соприкосновення. Родители там, ну, мы здесь. С чего начинать, когда уезжаешь? Собраться. Надо, знаешь, сразу собраться с мыслями, что вообще происходит, потому что это происходит не по твоей воле. Ты как бы не понимаешь, почему ты должен уехать. Ну, мы все уезжали, все переселенцы, все, кто выехал, мы все на 2 недели уезжали. Вот, и по сей день. 5 лет. Когда уезжаешь, ну, берешь документы необходимые, там, необходимые вещи, подушку берешь. Ну, это если с финансовой грамоты. Вот в воскресенье брат проповедовал, и он говорил о том, что чтобы быть там успешным, надо иметь подушку. Я подумал, ну, подушку. Была ли у нас подушка? У нас подушка была. Но он имел финансовую подушку. Кто ее называет, да, кубышка, кто НЗ. Вот это очень важно тоже. Ну, вот ты приехал. Да.
Все новое. Как жить? Вы снимали квартиру сначала, насколько мне известно. Сейчас у тебя свое жилье, автомобиль, работа, бизнес. Вот как стартовать на новом месте? Как стартовать? Я вот, когда уже даже собирался ехать, я сразу смотрел, куда я буду ехать. Я сразу спросил, где церковь. Угу. Я сразу выбрал жилье поближе к церкви. Выбрал его дешевым, это Свято-Петровское, да, потому что я не понимал, на какое время и насколько моей подушки хватит. Вот, это было Свято-Петровское и церковь Вишнева. Ну, церковь Вишнева мы знали давно, и это для нас был образец церквей. Вот, поэтому вот первоначально для меня было это важно, да, то есть есть какой-то запас, ты едешь туда, ты снимаешь жилье и ждешь, пока у нас перестанут стрелять и так далее. Живешь, посещаешь церковь. Это очень важно при переселении. Ты оцениваешь, ты читаешь Библию, ты видишь все, как Иосиф был там в переселении, как и Иисус с родителями, он тоже там в Египет. Они... То есть ты видишь сразу всех переселенцев в Библии. И осмысливаешь, как они поступали. Ты, изгнание было в Вавилон, да, тоже там все переселились. Как они в тот момент? И тут важно собраться с мыслями и найти этот мир в сердце Божий. Когда вот ты его находишь, когда это все уравновешивается в тебе, молитва начинает идти такая уже... В мире, да, с Богом, ты не просто «почему, Боже?», как бы одни вопросы, что делать, почему. Вот, тот, кто нашел вот этот мир Божий, и тот встал на путь, и я думаю, это начало того, что ты начинаешь жить здесь и начинаешь приобретать, и Бог дает вот как все необходимое для жизни. Это духовное основание, очень важное. Как ты практически бизнес запустил? Это же опять-таки все с нуля. Ой, да, это тоже очень тяжело. Ты когда приезжаешь на новое место, ну, как бы у меня был профиль, да, строительства. Строительство, внутренние ремонты, фасады. То есть я уже был кем-то, да. И трудные обстоятельства, они показывают твою силу, да, и кто ты на самом деле. Вот трудные обстоятельства... Когда ты входишь в них, вот ты переехал на новое место, оп, сел, здравствуй, Киев. Тебя здесь никто не знает, ты никого не знаешь, и ты начинаешь потихоньку двигаться. Сайт, интернет, это, как правило, ты берешь заказы только те, которые не нужны никому. Ты делаешь туалеты, санузлы, подбираешь, и в этом начинаешь расти, и общаться с людьми, обслуживать максимально качественно, в сроки. Люди видят твой подход, и потом и интернет, и сайт, он просто не нужен, тебя передают из рук в руки, и ты так вот возрастаешь. Вот это... То есть сначала это нормально браться за то, что не надо крупным рыбам, да, вот, да, да, подбирать. Надо не брезговать тем, что есть. Ну, так... Ну, скажи, вот в Украине у нас есть такая одна общепризнанная тенденция, называется «нема роботи». Ну, как бы, вот кого не спроси, «нема роботи». За этой фразой человек скрывает «мало платит». Ага. Истолкую. У тебя дар истолкования, я вижу, такой. «Нема роботи» — это «мало платит». Да. Или «не хочу работать». Ага. Да, это тоже «нема роботи». Ну, у тебя есть, да? Есть работа. Чем очень, мало платить? Да, не, у меня очень много работы, и даже пытаюсь, ну, как бы отказывать вежливо. А работы на самом деле, что такое нет работы? Такого не может быть. Пока живет мир, пока живут люди, ну, Бог сказал, в последнее время будут жениться, выходить замуж, строить, покупать, продавать, как нет работы. То есть у тамады и у строителя всегда будет работа, да? 100% будет работа. И ты их доготовят на свадьбе. Да. Просто, как бы, если ты хочешь работать, работа есть, нет работы, что мало платят, ну, возьмись за эту работу и становись, ну, обучайся, становись выше квалификации, поднимай свой уровень. Тогда работы будет больше, ну, как бы в денежном эквиваленте. Ну, вот так вот оно. Вот, а жилье там и все остальное, что осталось там, и ты без чего здесь, это надо быть в церкви, это надо быть с Богом, и тогда Бог дает нужных людей и нужные, ну, вот как брат Валера говорит, да, то есть
ну, встал епископ и сказал, да вот приходит слово. Приходит слово, и ты начинаешь, и ты берешь его и пробуешь внутри, оно, не оно, и думаешь, оно. Кстати, вторая десятина тоже очень, мне кажется, Бог отвечает на вторую десятину сильнее благословения. Оно начинает, и уже ты уже задумаешься, можешь попробовать 50, но оно такое, знаете, ну здесь это не бизнес, да, здесь нельзя делать бизнес, но я как родитель троих детей, я тоже вот порой бывает, знаете, когда растишь детей, они растут, и ты их испытываешь. Вот там дашь, купи и пойди мороженое. Смотришь, купил мороженое, там, дал половину тебе, тебе уже хочется еще дать. Я думаю, что Бог, вот, Он так же само с нами, как с детьми. Он проверяет нас, испытывает, и по мере нашего роста, как Он доверяет нам, какую-то ответственность дает, а мы это за это беремся и делаем. И Бог тогда еще больше дает. Вот. Я думаю, що... Ну, підсумовуючи, Олег, щоб перейти нам далі, підсумовуючи, ну, давай, скажімо, таких топ-3 поради від тебе людині, яка стартує свою справу. От так, якщо так, от, три найголовніших моменти, які б ти хотів порадити. Три. Ну, візьмемо так з Писання. Перше, що я видів і брав для себе, це слова «не бойся». Угу. Да, от... Есть такие местописания, где Бог, когда приходит что-то в жизнь, Он говорит, не бойся. Вот, страх – это противоположность веры, поэтому не бойся. Второй момент – это иди. Вот иди. Вот много тоже, если вы обратите внимание, читая вот там Ветхий, Новый Завет, ну, Бог просто говорит человеку, иди. Не сиди, а… Да, да, не лежи, не сиди, а вот иди. Пробуй, старайся, экспериментируй. Да. Угу. Очень важно в этом хождении, это дух ума. Павел пишет, чтобы мы преображались духом ума. Это расти. Вот это, наверное, третье. Возьмем это, пусть это будет третьим, чтобы не затягивать семинар. Пусть это будет третье. Преображайся духом ума своего. То есть расти в своей квалификации. Расти. Может быть, ты сегодня делаешь там ремонт в туалете, но будь максимум опрятным, пунктуальным. Бери телефонную трубку, когда тебе звонит заказчик. Убирай свое рабочее место. То есть... И исследуй рынок, что может быть на рынке что-то есть твое. Надо посмотреть. Всегда люди, знаете, теряются, они понимают, чем мне заняться. Вот ты занялся этим, а чем мне заняться? Я всегда говорю, знаешь, вот когда Бог сказал Моисею, выведешь народ, он говорит, как я выведу народ с Египта? Что у меня есть? Бог сказал, посмотри, вот что у тебя в руках. Он посмотрел, ну, говорит, ну, посох. Вот с помощью этого ты и выведешь. Надо рассмотреться, к чему есть у человека способности, данные, чем ты сейчас занимаешься, это все-таки тебе в этом возрастать, или, может быть, пока ты здесь какие-то копейки зарабатываешь, ты верен в малом, а большее что-то ждет тебя. Может быть, ты хороший действительно тамада, а не строитель. Ну, я в этом плане. Последнее время. Спасибо. Спасибо большое. Давайте подякуємо, подякуємо оплесками. Спасибо. Сестра Рай, ми вас знаємо як таку життєрадісну, бадьору, завжди усміхнену сестричку, служителя вірного. Але ну, доля ваша не така проста була. Я знаю, що ви піднімали сама трьох дітей, вкладали в них, вирощували. От давайте запитаємо про таку практичну життєву мудрість. От що вам помогло, щоб і діти не голодні були, і ви могли відчувати себе в достатку. От які поради ви могли б дати в непростих обставинах життя, пройшовши шлях? Я можу сказати, що дійсно мені не завжди було так хорошо, красиво, легко. А в своє время мені було дуже тяжко. Я стала 42 роки, я була вдовою з трьома дітьми на руках. Вот. І правда, вже Тамара на то время вже вийшла замуж. Вот, они как бы пошли на квартиру. И вы знаете, вот эта смерть мужа, она меня толкнула к покаянию. Я тогда в тот вечер именно, я встретилась с Господом. Я встретилась, и мне Бог сказал, Рая, хватит, поднимайся. И я действительно посмотрела на все вокруг и сказала, Господи, я не хочу такой жизни. Я хочу нормальной, хорошей жизни. И
Я начала что понять? Я начала работать. Я благодарю Господа. Вокруг меня была масса людей, которые мне помогали. Нет, мне с неба не падало ничего. Мне давали работу. Я могла заработать там, могла заработать там, могла заработать там. Я работала. Кроме того, я уже служила пастором района Белого везде. У меня было 5 до 10 домашних церквей, которые посещала. И вы знаете, как-то Бог, вот я не знаю, Он так, ну, благословлял меня во всем. Мне было тяжело, да, я уставала. Я детям внимание, как бы. Мне как-то Сережа говорил, у вас уже, наверное, служение, это как не грех, как это вот. Зависимость. Ну, це непогана зависимость, сестра, дай Бог каждому. Зависимость, наверное. Таку зависимость. Потому что, да, то школа была дьяконская, то еще что-то там такое вот. Но я хочу сказать, вы знаете, у меня вот как бы даже случались такие божьи чудеса, которые Бог вот делал в моей жизни. Я скажу вам, когда-то мне было, Катя была маленькая, в Чернобыль надо было отправить ее в Италию. На сегодняшний день у меня не было ни одной копейки, чтобы купить справку, надо взять было на педикулез. Я помолилась, ну вот что мне как бы это самое, я была всегда верна десятине. Десятина это какой-то наш, для меня это свято, для меня это даже мне никогда не оговаривалось. И зарплата была у меня, ну сколько, 70 гривен. И в то время как бы не давали вовремя зарплаты. И в садике так же самое. А вы работали в садике, я, да? Я в детском садике в Чебурашке работала. И я помолилась и думаю, пойду до подруги моей Али, пойду на базар. Одолжу 10 гривен у нее, возьму справку, и на Борисполь мне надо отправить ее как-то, отвезти. Вы знаете, я дошла до половины, ну, там, до Галина почти дома, встречает меня моя сотрудница, а я была в отпуску. Денег нет, зарплаты нет, ничего нет. Идет мне моя сотрудница, мы с ней в группе работали вместе. Она говорит, Рай, ты деньги хочешь? Я говорю, ну, конечно, хочу. Она говорит, Рая, Евгения, ой, Евгеньевна, Лариса Евгеньевна открыла сейф, дала 70 гривен, и говорит, на, передай Рае, ей нужны деньги. Это человек, когда никогда никому ничего не давал. Никогда. Она была вот такая, вот, никогда. И мне вот эти деньги, вы знаете, для меня это был праздник вообще, как это. Я все оплатила, все сделала и самое. И второе у меня чудо тоже такое было. Как бы, понимаете, финансов нет. Я прихожу, а мне эти люстры, так они надоели вот эти каскады. Смотрю, мне такие страшные. Вот. Это дома, да? Да, посмотрю и пойду. Не могу купить, ну не могу. Я не могла мечтать даже о том, потому что дети надо накормить, надо, ну, что-то вы сами понимаете. И подходит на служение, мы на третьем этаже, подходит ко мне детский служитель, дает мне кулек, говорит, Нара, мне сказал Бог тебе благословить. Ну, я посмотрела, думаю, какая-то подставочка под кастрюлю. Спасибо. Пришла домой, вы знаете, я открываю, а там люстра. Такая люстра, которую я мечтала. Никто об этом не знал, поверьте. Я никогда никому не говорила. Но для меня это было счастье высшей веры. Люстру подцепить. Зиренко повесил люстру. Я влюбовалася і так, это, да, вот такі как бы дела у мене були. Рая, тобто, чи правильно я зрозумів, підсумовуючи, да? Вірність десятині, вірність в служінні, вірність в роботі. Тільки так, да. Я знаю, що ви навіть на пенсії все одно продовжили працювати. Тут є один такий момент, я не можу його упустити, бо це для декого може бути актуальним. У вас була 4-кімнатна квартира, правильно? 4, да. Да. В якій потім ви розказали, що Тамара вийшла заміж з Сергієм пішла, ну я знаю, що вони потім вернулися, от, закон бумеранга. І вони до вас вернулися, і вас там жила, як в рукавичці, да, в тій квартирі? Да. Ну, у мене 3 сім'ї, в одній Ваня з Катєю, в другій Катя, ой, Тамара, в третій я. І ще діти. І все у мене збирались в моїй кімнаті маленькій. Як прийшли, положили сумки ко мені. Ясно. Ну, одним словом, вам там було, ну, скажімо так, не дуже широко. Мені це... чесно не було, повірте. Мені було нормально. Коли прийшов момент, і Бог дав вам відкриття цю квартиру продавати, да, ви дуже да, мудро так. Поділили гроші. Розкажіть, пожалуйста, да. Бо це часто така проблема, не так складно продати, як тяжко гроші поділити, правда? Да. Ви знаєте, я вам розкажу. Перше, я завжди знала, що квартиру я отримала не тільки на себе. А час есть моих детей. Я бы не получила 4-комнатную квартиру, не имея их. Угу. Это первое. Второе, я взяла, собрала их всех.
Потому что были такие советчики, вот надо там купить, туда-то одному есть, другому ничего нет. Третьему тоже. И я их собрала всех и сказала, давайте вот так мы решим. Как вы решите? Я с ними советовалась. Они, ну так, так. Я говорю, давайте сделаем так. Мне купим маленькую квартирку, чтобы я могла жить. Остальное я вам раздаю. Я так и сделала. Я хотела вообще маленькую купить, еще меньше. Но они уже собрались, мама, да ты что? Негде будет собираться, негде то. И купили больше. Вот. И я разделила, и все счастливы. Зараз, да? Зараз є своя квартирка. І ви допомогли дітям, наскільки я знаю, Сережі ну, попало, да, всім, і Саші попало, всім, Ваня, да. всім поровну, попало, да, порівну. Да, порівну. Но спочатку ви купили собі, правильно? Ну, я собі це купила. Ми вместе покупали, ми вместе, вони мене знайшли. Да, і слава Богу. Сестра, ну останнє вже. Просто сестра мене шокує часто тим, що вона інколи приходить і каже, пастор, благослови, я знов за границю. Вот. От в вашому віці, благословеному, вже в такому прекрасному віці, багато людей сідають просто, закриваються в собі і починають себе жаліти, оплакувати, згадувати минуле, свою долю. Ну, ви знаєте, ви ж їм служите, да? От ви, пастор району, ви в курсі. І у вас контингент такий. Ну, це не про вас. Ви в Єгипет. Сестра, я, по-моєму, вже скоро єгипетське гражданство получить, я так подозріваю. От. І недавно ж, по-моєму, вернулись. Ви мені оце поясніть. Де брати пенсіонеру гроші на Єгипет? Можна питання? Можна, таке просте конечно, чоловічеське чоловік. Питання. Можна. В принципі, я хочу, роботати треба. Треба роботати. Деньги з неба не падають, повірте. Да, это не мана небесная, сядь, мана уже давно не падает, деньги не падают, работают. Ну сядь, посчитай, что ты можешь, что ты не можешь. Я, например, посчитала себе так, что моя пенсия, я могу пенсию отложить в конверт, где написано «забудь». Да, я как возьму в руки, положила назад его, потому что там написано «забудь». Это я четко знаю, что там у меня высчитано как десятина, вторая десятина, и остальная мне на... На отдых. А бюджет. За зарплату я живу, я работаю, я живу на нее. Я же не сижу, да, у меня было... Я всегда всю жизнь работала, у меня только 3 года выпало из-за операции. Коля, ты так знаешь это времена эти. И все, то я всегда работала. И слава Богу, работаю, и дай Бог еще буду работать. Дай Бог вам здоров'я. Браті, сестри, давайте подякуємо сестрі Раї. Ми змушені закруглятися, але я вірю, що ми всі сьогодні отримали з кожного цього спілкування... Відкриття? Пару слов. Я взагалі, я скажу чесно, ні, я пару слов. Я говорю, що я ніколи не прив'язуюсь до деньгам, і я мала таку саме, я люблю сіяти, я люблю людям дарити, люблю людям робити подарки. І Бог мені дає за це. Слава Богу, сестра. Хай Бог вас ще більше благословляє. Ну, як мінімум, одне відкриття сьогодні, навіть я отримав конверт під названням «Забудь». Це дуже серйозно. Хотілося, щоб ми могли помолитися. Христос сказав, що ми будемо мати життя і життя з подостатком. Що таке життя з подостатком? Як я розумію? Це значить, хватає тобі, а ще з надлишком або з подостатком. Що ще поділитися з другими? Давайте ми помолимося, щоб Господь нас так... Ми встанемо, звершимо молитву, звернемося до Господа. Отець, ми дякуємо тобі за сьогоднішнє спілкування, за прекрасних людей, які поділилися своїм досвідом, за мудрість життєву, духовну, яку ти нам даєш. І ми просимо, благослови кожного з нас, наші сім'ї, родини, нашу роботу, бізнес, благослови, Господь, твоїми відкриттями, веденням, помазанням, щоб ми мали життя і життя з надлишком, могли задовільненим бути самі і ділитися з іншими, сіяти в життя інших. Ми просто, Господь, сьогодні дякуємо тобі за те, що ти нас ведеш, направляєш, і тобі, наш Господь, віддаємо всю честь і славу і хвалу во ім'я Ісуса. Амінь. Ще раз слава Господу, дякую вам, проходьте, будь ласка.